Профессия журналиста этому ремеслу можно обучиться почти в любом университете, но только теоретически. А вот как практически овладеть им в стенах вуза? Агентство «Хабар» в рамках меморандума о сотрудничестве с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби организовало для студентов журфака мастер-классы «От звезд эфира». Такой же меморандум был подписан и с другим вузом – Казахской национальной академией искусств имени Жургенова. Вы считаете, что ваша будущая профессия – это ваше призвание? Кымбат Хангельдина почти с 30-летним стажем знает о телевидении все или почти все. За эти годы она попробовала себя в разных амплуа, вела новости, записывала душевные интервью и даже пела и танцевала в развлекательных шоу. И всегда оставалась одной из самых популярных телеведущих. Секретами профессии сегодня делилась со студентами. Мало быть просто журналистом, нужно быть человеком с очень высоким уровнем интеллекта. Поэтому Хабар таких людей очень любит. На Хабаре должны работать только такого уровня люди. И журналисты, которые сейчас учатся в стенах этого университета, я думаю, что достойная смена тем людям, которые в этом году отмечают 60 лет казахского телевидения и стали настоящими глыбами, настоящими легендами казахского телевидения. Мастер-классы сегодня проводили и руководители агентства «Хабар», и журналисты. Ринат Киртаев, Ерлан Егисинов, Аскар Сергалиев и Нурсултан Курман рассказали о плюсах и минусах непростой профессии. Первых, конечно, больше, а вот минусов всего два. Это работа в авральном режиме и ненормированный рабочий день. Нас это нисколько не испугало. Наоборот, мы даже увидели в этом романтику. А вообще, сегодняшние мастер-классы дали нам очень много. Такое ощущение, что мы побывали на производстве. Бесценный опыт профессионалов из Хабара дорогого стоит. Мы не практики, мы здесь преподаем теорию, а на мастер-классах наши студенты получают реальные полезные знания. Завтра они легко смогут устроиться на работу по специальности. Это очень важно. У хабаровца сегодня появились новые подопечные. Меморандум о сотрудничестве был подписан с Казахским национальным университетом искусств имени Жургенова. В нем готовят будущих режиссеров, звукорежиссеров, операторов. А недавно открыли даже новую специальность – актер-журналист. Имея такую производственную базу, а именно меморандум дает нам такие возможности, ребята смогут свои все наработки, какие-то идеи именно воплощать на практике с ведущими специалистами-практиками. Теперь в рамках этого меморандума специалисты агентства «Хабар» каждый месяц будут проводить мастер-классы. Алмау Разбаева, Эдуард Кон, Алматы, Хабар 24.